Сегодня будет настоящий шашлык по-уральски. То есть нам просто нужно приехать на Урал? Просто надо взять к шашлыку вот это. Майонез ежика «Провансаль». Настоящая уральская кухня. 20-летняя Елизавета Аниховская из Асбеста приняла участие во всероссийском конкурсе красоты «Мисс Волга», который состоялся в минувшие выходные в Ярославле. На место обладательницы короны «Мисс Волга» претендовало более 30 участниц из России и ближнего зарубежья. Среди красавиц и Елизавета Аниховская, уроженка Асбеста. Напомним, в 2016 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург» и неожиданно для себя стала обладательницей короны. В 2017 году девушка участвовала в конкурсе «Мисс Россия-2017» и пробилась в десятку сильнейших участниц. К сожалению, в этот раз Елизавете не удалось пробиться в лидеры. Первое место получила Анастасия Конарева из города Анадырь. В качестве приза девушка получила 1 миллион рублей и возможность представлять страну на мировых конкурсах. Второй вице-мисс стала Полина Сераусова из Курска, а первой вице-мисс Ангелина Лихопут из Анапы.